Можно начинать? Да, Боря, поехали. Володя, покажите, что мы построили. Гостиная загородного дома Брентов. Восхитительная мельница 16 века в 20 милях от Лондона, с любовью перестроенная в духе того времени с атмосферой старины. При этом полностью оснащена всеми современными удобствами и изысканно обставлена. Идеальное место для иностранной фирмы, которая ищет дом в чисто английском стиле для своих руководящих работников. Сдается минимум на 3 месяца. Обращаться только через агента фирмы Squire Squire, Hacken и Dudley. Дом состоит из 2 этажей, соединенных изящной лестницей. Большое количество входов и выходов. На первом этаже передняя дверь открывается в разросшийся сад, за которым видна восхитительная деревушка. Другая дверь ведет в элегантный кабинет, обшитый деревянными панелями. Третья в светлую просторную кухню. Четвертая в роскошную ванну, совмещенную с туалетом. Ее окно от пола до потолка выходит на юг. На галерее наверху одна дверь в спальню. Другая дверь стенного бельевого шкафа. Посередине лестницы между ее 2 маршами еще одна великолепно отделанная ванная и туалет. В целом дом представляет собой великолепный образец традиционного английского декоративного ремесла. Его хозяин в данный момент за границей. Начали. Голубчик, в который раз тебе объяснять, никого дома нет. Чуть тронутый умишка, беда случилась в тот же миг, без всяких. Голубчик, я прошу тебя, не надрывайся. Не могу все сразу успеть. Мне надо открыть сардины, взять трубку. У меня только 2 ноги. Джон Билли Стэнли. Вот, это просто невыносимо. Который надо тебе объяснять, никого. Голубчик, я не могу разорваться, понимаешь? Ну не надрывайся. Мне надо... невыносимо сижу. Алло? Да? Никого нет? Мистера Брента нет. Живет. Правда, вот сейчас не живет. Потому как он в Испании. Все в Испании. Здесь никого. Я в Испании. Ну что ты, голубчик, я не в Испании. Я за домом смотрю. Сегодня я ухожу. Да, у меня сегодня выходной. Почему не ушла? Ну, потому что отдохнуть хочу, вот рыбки поесть, потом у них телевизор цветной. А сегодня королевские там дела, лошади скачут, это очень... Вы насчет дома, вы этим звоните, кто сдает? Да, Сквайр, Хаком. Нет, голубчик, они не в Испании. Они у себя в кабинетах сидят у телефона. Сквайр, Хак, я не помню, какой. Подождите минутку у телефона, я сейчас посмотрю. Так всегда. Захочешь отдохнуть, все сразу валится тебе на голову. И я забираю сардины. Я забыла. Я оставляю сардины. Нет, я забираюсь. Оставляете сардины. А, я забыла. А тут, на место. А, да, правильно, я забыла. Я трубку кладу на место. Подожди, я кладу трубку и оставляю сардины? Да. А вы что, меняли это, мой дорогой? Ничего не меняли. Я всегда так делала? Я
сказал, что всегда будете мои сокровища. А как насчет текста? Ничего не напутала? Если хочешь, то звучит похоже. Ты знаешь, моя дорогая, вот у меня такое ощущение, что у меня внутри крутится какой-то игральный аппарат. Я открываю рот и никогда не знаю, что оттуда выскочит. Прекрасно, прекрасно. Венера только завтра, у нас впереди целая ночь. Да. Так вы держите трубку. Сквайр, Сквайр, Хэк и Медалли, пожалуйста. Я сейчас и сделаю. Сквайр, Сквайр, Хакун, голубчик, подождите у телефона, я сейчас посмотрю. Так всегда. Только приряжешь на минутку, так тебя сразу по башке. Никого! Никого! Только моя экономка! Не сегодня! Дотти! Не вернуться? Да, Дотти, уйди с газетой! Великолепная находка. Вы оставляете сардины, вы кладете на место и уходите с газетой! Вот так, моя радость. Я забыла газет! Да, ничего, ничего, ты ничего, я подумаю, монтировочная репетиция. Это генеральная, Гарри, солнышко, это генеральная! А когда была монтировка? Нет, ну подожди, это... Когда вы генеральный, но завтра премьера! Как завтра? Мы все думали монтировка, скажи ему, Дотти! Ну это все из этих моих слов, ты но слов, не выскакивай! Не расстраивайся, ты из этих твоих слов, они, твои слова прекраснее, они лучше, чем вот это. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Да, я сейчас сделаю, подожди. Что дело, Гарри, брук за сцену? Не, ну как завтра премьера? У нас было всего две репетиции, мы даже не знаем, кто где стоит! Ну хорошо, ну ладно. Это правда, разве он не правда? Ну все прекрасно сказано, Гарри, вы за сцены, пожалуйста. Прости, мы же играем целый месяц в Бостон Супермейл, потом и Овер. И потом вот один бог знает, понимаешь, что ну, хватит, все за сценой, Дотти, держи трубку. Извини, но только необходимо надо все выяснить. Все окей, Гарри, все окей. Спасибо, Лань. Стоп, стоп, тихо, все, раз уж мы остановились. Я играл со многими режиссерами, некоторые были гениальны, конечно, а некоторые были просто чудовищ. Лань, я никогда не встречал, ты понимаешь, что я хочу сказать? Ты уйдешь со сцены, кусок идиота, или нет? И ты, Брук! Слушай, ты ушла? Что? Ты где, я тебя спрашиваю, ты где? Ну сейчас будет ваш выход, будет, я вызову вас снова. Ну пожалуйста, уйдите со сцены, ну время же идет, быстро. Дотти, ну хватит, хватит, хватит. Держите трубку, Дотти, Сквайр, Сквайр, Дадли, пожалуйста, да. Сейчас, смотри, я держу трубку. Я кладу трубку и оставляю сардину. Вечно на одном и том же месте. Газету. Я не могу, ей-богу, я уже не знаю, что делать. Оставляю сардины. Беру газету. Вечно на одном и том же месте. Фонарь погаси! Вечно на одном и том же месте. Дурно. Вечно на одном и том же месте. Дурная голова ногам покоя не дает. И наконец я ухожу. Никого! Никого! Только моя экономка. И сегодня у нее выходной. Дом в нашем полном распоряжении. На всякий случай проверю еще раз. Эй! Есть тут кто-нибудь? Никого! Тебе нравится? Врезающе, это все твое? Да, ерунда. Маленький сарайчик в лесу. Старая мельница, 16 век. Но ведь это же денежище. А, надо же иметь местечко, чтобы провести время с деловыми людьми. Да, кстати, в 4 часа придет один арабский шейх. Ну, эти, знаешь, нефтяные короли. А мне эти документы нужно отвезти в нашу контору в Баттонстоуне к 4. Черт, мы же еле успеваем. Мы все успеем. Так, не будем терять время и охлаждать шампанское. А все эти двери? А, это еще не все. Это комната экономки, кабинет. Где тут это? Что? Это сюда, вот сюда. Теперь я потеряла сардину. Простите, я думал, здесь никого нет. Никого нет. Меня нет. Это только королевские по телевизору, это все в шляпах. Кто вы такой? Я от агентов. Сквайр, Сквайр, Хэкми Дадли. От агентов? Да. Кто же вы будете? Сквайр, Сквайр, Хэкми Дадли. Трамплейн. Не, ну, пришел сюда как хозяин, я думала, боже, какой.
Нет, я просто заскочил, чтобы узнать, снять кое-какие размеры. А это сам мой клиент. Он подумывает снять дом. Что за дверью? Это не спальня. А какая же это? Это, конечно, не спальня. Туалет первого этажа. Это дом управительницы миссис Кларк. Так. Привет. Вообще-то ее здесь нет. Меня нет. Меня нет, только цветной телевизор. А сегодня королевские бега, понимаешь? А у нее черно-белый. Я сделаю звук. О нас вы не беспокойтесь. Так, только теперь я потеряла газету. Осмотрим дом и все. Я забыла сортир. Вот, ну нельзя продолжать в таком духе. Я могу сказать, ну тебе там хорошо, мы тут сходимся с этими сардинами. Я четыре раза только эти сардины. Туда, сюда, туда, ты понимаешь, что конкретно, что ты хочешь, Гарри? Поппи! Ладно, мы заменим сардины Поппи на банановое пюре, пожалуйста. Мы заменим сардины на банановое пюре сразу. Я не против, мы не против, за чего ты? Конкретно, Гарри, что ты хочешь сказать? Слушай меня. Что я хочу сказать? Я все понял, поехали дальше. А ты, Поппи, что больше этого не было. Кстати, все из-за тебя. Извини, вот необходимо поставить точки на... Понимаешь, все. Я совершенно довольна. Ты можешь сделать что-нибудь для меня? Для тебя что угодно. Ну, возьми, сорвись, возьми. Я все сделаю, но я сорвусь. Дети. Скай, ну хватит, быстро. Все, все, дальше, ты друг. Ну что ты, телевизор-то нам зачем, правда? Нет, она несколько поколений. Отлично, идем тогда наверх. А то мне к четырем натрушу контору в базан стол. Все, просто по бокальчику шампанского. Бери его с собой, не забудь мои документы. Нет! Ты пойми, она уже несколько поколений. Где вы? Сердце! Замечательный вид из поля. Отсюда прекрасный. Послушайте меня, это, конечно, не мое дело. Только я бы просто сказала, бери. Все. Тебе здесь очень даже понравится. Что хочет? Конечно. Ну и нам будет одна радость. Сардин. Не, ну на пустой желудок просто невозможно отдохнуть. Ну видишь, ну она нормально. Она нам даже хочет сардины подрезающего волка. Да, подрезать. Ну так куда мы идем? А черт! Я пока не вернулась, я тебе сардин сюда, это где? Тут опять ванна. Как? Почему ты все время меня допихиваешь в ванну? Наверх, наверх! Черные брокколи! А черт, это шкаф! Это дверь, это! Ну ты и воспалился! Ты даже не можешь дверь открыть! Никого! А как раз сегодня у них дом! Выходной! Что в чем дело? Что у нас тут? Дом! И сказал Господь, остановитесь! И не остановились! И видел Господь, что это было ужасно! Она никак не открывалась! Нет, это ты, извини! Это наш! Никак не закрывай! Поппи! Поппи! Извините меня, ради бога, я плохо соображаю насчет двери! Я единый Ванька, ты все сделал идеально! Все, я ее не сломал! Господь, подойдитесь и размножайтесь, но позовите Дима починить двери! Я обожаю! Монтировочные репетиции. Она обожает. Дочь, иди сюда. Всегда все так добры. Она ж не может просто так сказать, она обожает. Фредди, сокровище мое, а тебе не нравятся эти прогоны, когда всю ночь напролет? Что мне нравится в последних репетициях, что можно посидеть. Мебель уже на местах стоит. Вот пойдем шутить. Он у нас приободрился. Да чудес. Ты думаешь, это была шутка, да? Просто чудо работать в такой труппе. У нас гениальная труппа. Ллойд, дорогой, а ты как? У тебя все окей? Я начинаю понимать, что чувствовал Господь Бог, когда сидел в темноте и создавал мир. И что же он чувствовал, Ллойд, сокровище мое? Он чувствовал, что нужно вовремя принимать лекарства. Ну, кто же виноват, мил? У него все-таки было 6 дней, а у нас всего 6 часов. Ну ладно, ну хватит, ну где же, черт побери, Тим? Где Тим? Тим! 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 Подождите, Тим! Я сказал Господь, как будут двери, которые открываются, когда нужно открываться, и закрываются, когда нужно закрываться. И пусть не разделяют мир на две части, на которой за декорацией, на которой перед декорацией. Что делать-то? Двери нужно сделать. Я бананы доставал вместо сардин. Двери! Двери чего?
Клянусь, у Бога были люди, которые понимали родную речь. Тим, Ллойд хочет сказать, что эта дверь никак не закрывается. Она не открывается? Понятно. Тим. Дорогой мой, Ллойд, дорогой мой, не спал. 48 часов. Ладно, Тим, ну потерпи, старик, еще 24 часа и все. Смотрите, Бог сошел к нам на землю. Ладно! Для того, чтобы построить эти декорации, ушло 2 дня, и нам не хватило времени еще на один прогон. Это я! Все, тихо! Если мы прогоним пьесу еще один раз сегодня ночью, несмотря на все эти двери и сардины, только в них и уперлись. Двери и сардины, открыть двери, закрыть двери, понести сардины, унести сардины, ну что здесь трудного? Это же театр, это же фарс, это же жизнь. Ллойд, ты знаешь, дорогой мой, это так глубоко. Ну, может быть, просто играть. Бах, бах, трах, бах. Бах принесли, бах унесли. Бах открыли, трах закрыли, и мы все успеем. А где у нас Селдон? Как где Селдон? Он же был с тобой. Селдон! Я же просила тебя! Поппи! Я же думала, так с тобой в зале. Если Селдон по убрению, себя в уборной, посмотри быстренько. Ну, как же ты мог? Я не думаю, что он начнет. Во всяком случае, не на последнем же прогоне. Не будет у нас. Кто? Селдона ищем, Селдона! Я уверен, он не начнет. Да он не начнет, что? Селдон не начнет, Подождите, что вы раньше времени? Мы же не знаем, да. Что не будем спешить, зачем эти поспешные выборы, не будем спешить, я умоляю. Да, спешить не будем, но дублер пусть будет готов. Тим! Да. Ты быстрее с дверями, в случае чего выйдешь вместо Селдона. Но я же просила. Ну не спускай с него глаз. Ну просила тебя, речь. Он был просто золото на всех репетициях. Правильно, когда мы все сидели вместе, а когда каждый понимает, что я хочу сказать. Да, хочешь сказать, что все вышли, сразу потерялись. Да, и все. Его там нет. Ты везде посмотри. Да, она сгла. Да, в костюме. Да. Ты же с ним работала раньше, ты лучше знаешь, Дорти. Поппи, звони в полицию. Тим, как там двери? Все окей, вот, я не знаю. Иди ищи костюм Селдона, надевайся сюда быстро. Все, извини, мое солнышко, все. Да это ты мне. Ну почему же, это же я дал ему роль. Да это я сказала, дадим ему последний шанс. Один последний шанс. Ну как иначе? Мы с ним играли целую неделю в одном театре в Преблоксе. Это я виноват. Это я должен был сказать, дайте мое сокровище. Ты не имеешь права быть такой мягкосердечной, потому что в это дело тобою вложено все. Этим человеком сердце отдать. Об этом не надо говорить. Неужели кто-то из вас может подумать, что я собиралась сколотить на этом состоянии? Нет, конечно, давайте. Мы это знаем, дорогая. Надеялась просто немного отложить, если вдруг со мной... Мы все это знаем. Чуть-чуть отложить, чтобы купить маленький домик. Это что, раз? Это так много? Гениальная труппа. Миленькая моя, ты отчего? Значит, ты-то здесь не при чем. Да нет, что-то просто попало под мои линзы. Ну, конечно, при чем здесь Брук? Нельзя требовать, чтобы она смотрела за кем-то. Я сама видела, как перед началом репетиции. Вот так вот он стоял, вот так. А о ком вы все время говорите? Миленькая моя, мы знаем, что ты ничего не видишь. Ну, я не слепая, вы говорите, а Селдона я вижу Селдона. Где ты видишь Селдона? Ну, вот. Вот он все это время здесь. А мы думали, ты там, это вот. Где ты был? У тебя все нормально, я спрашиваю, у тебя. Может, поговоришь с нами, Селдон? Обнюхай его. Обмываем. Негодяй. Обмываем, хоть и негодяй. Подохнуть можно, я думал, будет репетиция. Я там на задних рядах прикорнул после обеда. Ну, к репетиции буду как огурчик. Ой, дорогой, а ну, что обмываем? Что обмываем, он говорит. Ах ты, старый мать! Все, мы обмываем встречу с собой, Селдон. А я что, пропустил премьеру? Нет. Я только один раз в жизни пропустил. Мы тебя сомчим? Когда ты пропустишь премьеру? Уйди! Что вы? Куда ты, рыбка, солнце мое? Тим, что делать? Что с тобой? Я все обыскал, костюма нигде нет. Какого костюма? Селдона! Ну вот же. Диво.
где пиво? Все, ладно, хватит, какое пиво, хватит, поехали дальше, а все, хватит. Дальше, что дальше? Дальше, думаю, неплохо немножко бы порепетировать. А почему вы не репетируете? Надо репетировать, вот. Ну, я знал, все, ты придумай что-нибудь дельное. Поехали дальше, все, хватит, с выхода Гринбипы. Лойд! Лойд, полиция! Но они нашли старика прямо напротив нас, и дорогу Лойд нет, они говорят, что он грязный, вонючий. Бобби! И я подумала, ведь если Селдон напьется, он тоже грязный, вонючий, Лойд! Я понял твой намек. Вот все нормально. Духи требуются такт и внимание. Может быть, ты с кем-нибудь переспал? Лойд, как ты можешь? Лойд, Поппи, детка, не расстраивайся, он тебя не слышал. Кто он не тебя... слышал? Не слышал, никто не ничего не слышал. Где у тебя еще 20 страниц? 20? 20? Ну, конечно, да. Пойдет. Все, поехали, Гринда и Гарри, вы за дверью. Ну, я вы там, Фредди. Руки, Гарри, вы в возмущении, вы исчезли в спальне. Кто-нибудь открывает сардины, атмосферу, атмосферу. Время невозвратимо катится в прошлое. Лойд. Какие они милые, правда? Что? Но Гарри с Дотти. Ты хочешь сказать, что... Лойд. Она же ему годится... Лойд, ну как ты? Ой, как ты можешь, Лойд? Гарри и Дотти? А ты не знал, дорогой мой. Я простой специалист с высшим образованием, так что я вообще ничего не знаю. Ну что происходит? Как ты это? Виднее, что происходит, Гарри, солнышко? Нет, я имею в виду, чего мы ждем? Я не знаю, чего ты ждешь. Может быть, ты ждешь, пока ей стукнет 16? Что? Или еще шлем, друг, дай ему реплику. Я ушла. Ну ты его возбудился, ты даже не можешь дверь открыть. Это дверь. Никого. Ну как раз сегодня мисс Клакетт выходной. Кто в нашем полном распоряжении? Подумай только. Тебе нравится? Я просто представить это не могу. Это же лучшее место для свидания. В собственном доме. Дорогой. Здесь нас никто не найдет. Смешно, конечно, что мы должны вот так прятаться. А вот это серьезно. Ой. Если в управлении налогов узнать, что мы здесь хотя бы на одну ночь, то пропало наше заявление, что мы живем за границей, и будут такие налоги. У меня такое ощущение, будто я нелегально перешел границу. Сказать тебе, какое у меня ощущение. Выпить шампанского? Интересно, постелила ли мисс Клакетт постель? Ах ты моя дорогая! А почему нет? Детей нет. Нет. Никто из друзей не появится. Нет. Мы абсолютно одни. Абсолютно нет. Есть своя прелесть в контрабанде. Тише. Управление налогов. О, это управление налогов. Оно сейчас. Серьезно, куда я делал первую порцию сардин? Я об этом уже никогда не узнаю. Мисс Клакетт. А вы меня напугали. Ну вы на что же, мисс Клакетт? Мы думали, вы уже ушли. Я уже думала, вы спали? Мы в Испании, нас здесь нет. Вы нас не видите, нет. Я вас не вижу. Нет. Управление налогов. Да, мисс Клакетт. Я все поняла, милочка, даже не надо объяснять. Все поняла. Вас здесь нет. Нет. Я знаю, ничего не знаю. Кто спросит, я вас не вижу. А вы в постель, что ли? Ну и правильно. Чего тянуть, когда со всех сторон запекалось? Раз и в постель. Эти вещи не нужны. А, вещи, спасибо. Вы не знали, какое горе. Я
ложись в постель. Ничего, 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 дядя. Я возьму грелочку. Так, мистер Правда, я совсем забыла вам сказать. Все письма я вам положила в кабинет. Боже мой, какие письма? Все до единого, которые... Вы же мне все должны были отправить в Испанию. Так, ну так-то на так-то, Америка. А про налоги зачем я буду писать вам и портить вам? Налоги? Да. Боже мой! Что, уезжаем немедленно? Уезжаем. Где эти налоги, Испания? Где эти налоги, я вас спрашиваю? У меня на письменном столе стопочкой сложены все аккуратно. Я слышал голоса. Кто, кто? Да. Какие голоса? Кто? Извини меня, Ллойд, извини, Гарри, извини, Брук, Ллойд, я... В чем дело, Фредди? Я плохо соображаю насчет мизансцен, Ллойд, я никак не могу понять, почему я иду в кабинет с вещами? Это же неестественно как-то, не лучше ли оставить их здесь на лестнице? Нет, Фредди, не лучше. Нет, Ллойд, видишь, я... Нет, Фредди, ради бога. Я подумал, ведь гораздо логичника. Ллойд, я понимаю, сейчас не время заниматься мелочами. Нет, ну почему же? У нас еще осталось несколько минут до премьеры. Да? Спасибо, Ллойд, если нас не очень поджимает. Понимаешь, я подумал, зачем человек берет с собой в кабинет сумку, коробку, если ему только нужно взглянуть на письма? Да их просто нужно убрать с дороги для моей следующей сцены. Это я понимаю, Гарри. И потом Фредди, рыбка моя, они понадобятся Селсдону в кабинете. Это я понимаю. Фредди, где Селсдон? Селсдон! Вот где Селсдон? Он живой? Ой, в порядке, не тебя сейчас здесь хранить. Или я понимаю, Ллойд? Ну почему я их все-таки беру? Ну почему, Фредди? Ну почему каждый делает то, что он делает? Ну почему? Почему этот голый идет наверху, сейчас пойдет сюда тарелками сердит через нижнюю дверь? Почему? В общем, ничего про тебя, Гарри, не хотел сказать. Да, я понимаю. А, кстати, зачем я это делаю, вот, действительно? Нет, я понимаю, я как подумаю, боже, зачем? А кто знает? Все, кто знает и все. У меня есть Фредди, мотивы человеческих поступков глубокие и загадочные. Может быть, что-нибудь случилось с тобой в детстве, когда ты был маленьким мальчиком. Но если повар у тебя комплекс, ты будешь выпускать из рук продукты. Или, может, это гены. Да, иногда как схватишь, потом все. О, может быть. Да, конечно. Чего ты видишь? Последний раз. Ты должен нести для Гарри. Ой, да извини меня, я не понимаю. Я не знаю, Фредди! Я говорю тебе, я не знаю! Я думаю, автор не знает. Я вообще не знаю, почему этот человек занимается нашим делом. Я же вообще не понимаю, почему любой из вас работает в этой трубке. Если бы ты хотя бы объяснил мне причину, Ллойд. Фредди, я объясню тебе причину. Ты несешь эти вещи в кабинет, Фредди, дорогой мой Фредди, потому что сейчас уже 2:30 ночи. И мы этот прогон не кончим до самого завтрашнего вечера, до самой премьеры. До сегодняшнего вечера. Быстренько уйди отсюда. Я тебе не могу. Дорогой мой Ллойд, дорогой мой, дорогой. От него сегодня утром жена ушла. Ллойд. О, Боже. Пожалуйста, Ллойд. Фредди. Фредди, рыбка моя, иди сюда. Иди сюда, рыбка моя. Иди сюда, быстренько, быстренько. Давай. Фредди. Фредди, я думаю, тут такое дело. Когда она говорит про налоги, у тебя сразу такой страх. Это весь такой незащищенный, весь такой трепетный, весь такой... И тебе нужно что-то знакомое, что-то простое, за что можно держаться руками, понимаешь? Спасибо, Ллойд. Дорогой мой Ллойд, я благодарю тебя. Спасибо, я... Да-да-да, я ушла. Гарри, я слышал голоса, быстро! Я слышал голоса! Голоса где? Голоса нигде! Но тут никого нет. Дорогая, а вдруг кто-нибудь из офиса проверяет? Не знаю. Зачем нужно одеваться, чтобы посмотреть? Миссис Клакет. Миссис Клакет? Да. О, она открыла нам сардины. Нет, что? Я сам. Ты же не можешь в таком виде. Ну почему? Миссис Клакет. Миссис Клакет. Она... Ходи. Ходи.
Беда случилась, кто? Что такое? Ну, я понимаю. Тут сардин. Там сардин. Ну, черт их побери. Как это вы еще не уехали? Осматривай. Ну, не понимаю, что в шкафу, что ли? Да, маленькая инвентаризация. Мы с вами так не додавали. Миссис Клакет. Да? Скажите, что кто-то еще есть в этом доме? Кто? Что ты, никого здесь нет? Странно, но мне послышались голоса. Голоса? Здесь эти какие голоса? О, боже мой! Простите, что вы сказали? О, боже мой! Почему-то дверь я в кабинет оставила закрытой. Чёрт! Он всегда должен закрыть. Что здесь происходит? Не знаю. Машина! Боже мой! Чья это машина? Мистера Хакима? Или мистера Та? Боже мой! Один! 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 Ай-яй-яй-яй! Вечно все двери хлопают в этом доме. Последнее уведомление. Будут приняты меры. Арест преимущества, мисс Хакима. Вы понимаете, что это? Кстати, хорошо, что вы меня напомнили. Один уже приходил. Не говорите мне ничего, меня здесь нет. Главное, говорит одна дама, очень заинтересована. Пусть этим занимается Сквайр. Я разрешила, пусть смотрит по всему дому. Да пусть делают, что хотят, только не говорите им, что мы здесь. Тогда просто сяду в карачу. Пожалуйста. Есть у меня голова на плечах или нет? Я забыла, какой сегодня день. Я этого не получал. Меня здесь нет, я в Испании. Но раз я не получал, то я и не вскрывал. Надо заклеить! У меня когда-нибудь был такой костюм? Нет, не было. Я бы в жизни не купила себе ничего подобного. Это не ты мне подарил. Я бы к такому и не притронулся. Нет, он симпатичный. Да убери ты его, положи на место, хорошо. Откуда взяла, никогда этого раньше не видела. Хорошо. Я положу его на чердак, где все другие твои подарки. Они мне слишком дороги, чтобы их носить. Боже мой, чья же это? Машина, боже мой, мистер Хакима или мистер Да? Мистер, это же моя машина. Что? Дверь в кабинет опять открытая стоит. Стучат. Там наверху стучат. Это ты? Ну, конечно, я. Засунула меня в темноту с черными простынями. Дорогая, почему ты заперла? Потому что ты меня запер. Ну, а кто же меня запер? Ну, хорошо, не можем же мы стоять в таком виде. Ну, почему? Ну, в этом белье. Пожалуйста. Да, это что? В спальню. Дорогая, это тот клиент, говорил, быстро сохнет и прямо... В чем дело? Стоп, прыгай, надо спать проблемы. В чем дело? Что? Брук, милая, какая на этот раз? Эй, все сюда, мне левые уши положили. Гарри, она может быть где угодно. Осторожно, она могла упасть на ковер, дорогая. Когда вы видели ее в последний раз? Она не видела ее, бедняжка. Она была у нее в глазу. Все равно широко открывает всегда глаза. Всегда широко. А я же ускорение здесь делаю. Все смотрели себе под ноги. Так, а все поставили свои ноги обратно где-то. Девочка, о чем ты думаешь? Поднимайте ноги по очереди. Во время спектакля мне не хотелось бы, чтобы зрители опоздали на последние автобусы и поезда, пока вы будете ковыряться. Мой дорогой, она будет продолжать играть, правда, милая? Она разве может играть без них? Что? Я принес... Нереально! Что с ним? Что сделаем на руку? Он увидит кровь или какое-то другое насилие, у него сразу... Куда он пошел? Это ты мне, Лойк. Да, это я тебе. Там он за углом пошел.
возьми топор и ударим директора по голове. Так ты легче покончишь. Ну, все в порядке, она нашла. Я больше не могу. Где она была? Она была в глазу. Ее в глазу. Надеюсь, не в левом глазу она была? Ой, но она немножечко сдвинулась. А потом... Я так и знала, я так. Ты знаешь, она его каблуком насквозь? Каблук вышел с этой стороны. Стада раненые, которые могут идти, несут неходящих на носилках, пожалуйста. Где у нас Элтон? Элтон! 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 А я так думаю, она могла ее там где-нибудь уронить. О, прекрасно, Селзон, иди ищи, на тебя еще 5 страниц, иди ищи там. Поехали дальше, быстренько, Гарри. Откуда? Я сниму, не здесь, а здесь, там дальше. Ваня. Дорогая, это тот клей, ты говорила, быстро сохнет и прямо номер тот схватывает, а, мисс Клакет. Она приготовила нам сардины. Нет, я туда не клал. Я тоже. О, кто-то ходит и наполняет грелки горячей водой. Уж не хочешь ли ты сказать, что в этом доме привидение? Дорогой, мы ложимся. Мы ложимся или нет? Что ты сказала? Я... Ничего. Боже, грелки, машины, ничего не понимаю. У меня просто мурашки по телу. Накинь на себя что-нибудь. Пойдем, накроемся с головой. В спальню иди, в спальню. Постой! Забыл сардин. В этих домах всегда рассказывают ужасные истории. Нет, здесь все нормально. Сардины! Они пропали! Нет! Боже, Барбара! Что-то не так! Я просто пойду и накрою с головой! Я поставил тарелку, отошел! Тарелочка здесь была! Я помню! Как, какая сумка? Какая сумка? Нет. О какой сумке речь? Правильно, нет сумки. Это моя сумка. Она стояла там. Папа вытащил. Так, они все в спальне. Я все туда отнес. Сейчас я ее... Не ходи. А ерунда какая. Боже. Папка. Папка и сумка все исчезла. Боже мой, мои документы. Так, спокойно. Так, ну-ка посиди здесь. Нет. Накинь на себя что-нибудь. Я туда боюсь. Сейчас я принесу тебе твой костюм. Роджер. Боже! Боже! А костюм-то тоже исчез. Спокойно, без паники. Сейчас мы позовем миссис Клакет, и она нам все расскажет. Тише, тебе нельзя здесь оставаться. Посиди здесь в кабинете. Роджер! Там кто-то есть? Роджер! Дорогая! Я понимаю, ты, конечно, все очень глупо. Дорогой, если мы не ложимся, я буду разбирать чердак. Я не могу, лечь, я тут приклеился. Дорогой, почему ты не поставишь сардин? Я прилип к этим сардинам. Дорогой, не будь дурачком. Возьми в туалете бутылку, на которой написано «яд». И он проест насквозь все, что угодно. Нет, я понимаю, когда люди влипают в проблемы, но это же просто черт знает, что такое. Селтон! Селтон, мы подъехали! Селтон! Он идет, милый, он идет! Да поздно, он должен был всунуть руку, когда Фредди открывает дверь. Уже все поздно. Стоп, и тебе решета! Стоп, Селтон, мы еще повторим разок. Ищерели от ворот! Черт. Никого! Стоп, Селтон, стоп, секунду! На них надо просто подать в суд за подстрекательство! Остановите, Селтон, повторим еще разок, просто Селтон! Просто хочется сесть и рыдать! Как вспомнишь, что бывало, брали банки. Стоп, Селтон! Лады золотых сливков. И чем я занимаюсь теперь? Селтон, стоп! Я бумажные пакеты. Я знаю, они все в Испании. Стоп, Селтон! Стоп! Чтобы вы остановились! А ее тоже дома нет. Я сам видел, как она выскочила сейчас. Селтон, голубчик, радость моя. Остановились. О, боже мой. Во время войны была такая пианистка Майра Гасс.
Вот рассказывают, что она не переставала играть во время воздушных налетов. Что? Стоп? Стоп, стоп, Селдон, стоп. Спасибо, Мелинда, спасибо, Порт. А я был знаком с Майрой Гасс. Он, кажется, слышит не хуже меня. Простите, вы что-то сказали? Да, Селдон, повтори еще. Это было во время войны на одном благотворительном концерте. Спасибо, Селдон, не надо больше. Поппи, дай мне что-нибудь, я мне кофе больше не надо, а то я не усну. Мне что, снова выходить? Да, Селдон, только нужно выйти чуточку пораньше. Вот когда Фредди скажет... Фред, какая там реплика у тебя? Я слышал, что люди влипают в проблемы. Ты как услышишь, люди влипают в проблемы? Влипают в проблемы, а реплика. Да, вот люди влипают в проблемы. Услышишь, я хочу, чтобы твоя рука просунулась в форточку чуть пораньше, ты стоп, понял? Больше ничего не говори. Только можно одно предложение? Давай. Можно мне выйти чуточку раньше? Что? Нет, ты понимаешь, тут какая-то пауза между уходом Фредди и моим выходом. Фредди, послушай лучше меня. То есть, я забыл тебя, Селдон. Да, я слушаю его. Как насчет того, чтобы выйти чуточку пораньше, Селдон? Окей, наши идеи сходятся. Интересно, кто кого водит за нос, я его или он меня? Фред, давай дальше, поехали. Я слышал, что люди влипают в проблемы. Но это же просто... Черт знает, что такое! И тебе решу. Ни сирены от ворот, никого. Нет, на них надо просто подать в суд за подстрекательство. Просто хочется сесть и рыдать, как вспомнишь, что бывало брали банки, склады золотых слитков, и чем я занимаюсь теперь? Вспарываю бумажные пакеты. Я знаю, они все воспали, и старая корга с кухни сама сказала об этом. А ее тоже дома нет. Я сам видел, как она выскочила сейчас в купальнике. Где у них парадная дверь? Нагрузил фургон, времени навалом, спешить некуда. Посмотрим, что нам тут предлагает. Одна высокочастотная электропечка. А это что? Барахло. Одно барахло. Если вы так настаиваете. А где у него письменный стол? Верно, люди говорят, нелегко уходить на пенсию. Миссис Платтет, клиент интересует, не случалось ли здесь прецедентов телекинеза? Телевизор один цветной. Нет, вы меня не совсем правильно поняли. Я хочу спросить, не дематериализовывалось тут что-нибудь раньше? Не перелетало ли из комнаты в Послушайте, оказывается, здесь все ходит на своих двоих. Ага, хорошо, я передам это моему будущему клиенту. Он, кстати, осматривает кабинет. Там человек! Подождите, пока я не вижу никакого человека. Как вы его не видите? Ищет что-то! Ну подождите, я ничего не вижу. Странно, вы его не видите, где же мой клиент? Я потерял своего клиента. Сардины! Сардины! Сардины, вы видите? Я даже вижу, куда они двинутся дальше. Нет, эти сардины я уже не выпущу из своих рук. Так... Это мы не знаем. Боже, я не знаю, мне кажется, сегодня Боже. Всю ночь буду открывать эти сардины и мотаться с ними туда и обратно, как кукушку на часах. Ку-ку. Вики! Ты здесь, Вики?
Беги, беги! Чарльз, говорит он мне, тебе стукнуло 70. Пора повесить ружье на стену. Пора уступить место кому помоложе. Где же этот черт возьми? Может быть, в спальне? Вики! 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 Я ему говорю, может быть, мне и 70. Но все, что нужно, еще при мне. На это он не знал, что ответить. Вики! 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 Или я ничего не слышал? Дорогая, дорогая, этот яд, ты говорила, этот растворитель, он растворяет все, что угодно, только не этот клей. Сейчас он растворяет мои брюки, дорогая. Если он пройдет дальше, он вообще все растворит. Славия, я лучше вообще сниму эти брюки. Славия, у нас есть какой-нибудь раствор против этого растворителя, который растворяет этот клей? Славия, скорей. Я уже чувствую! Уже растворяет! Славе! Нет! Славе! Что-то есть! Славе! Есть! Управление налогов! Появилось! Нет! Нет! Меня нет! Нет, Боже, помоги! Я за границей! За гранью он, за границей, Боже! Я должен идти! Ой! Я не могу стоять! Ответьте мне! Только с адвокатом! С адвокатом! Вы Бог! Вы обыкновенный вор! А, окей, приятно познакомиться, вы не ходили в Сардин! Вы не вор! Вы сексуальный маньяк! Вор, не Сардин! Что вы сделали? Я сейчас как... Стойте! Стойте! Вор, стойте! Полиция! Полиция, полиция! Полиция! Кто-то влез в мой дом! Да! Кто-то влез в чей-то дом! Сексуальный маньяк, да! Пропала молодая женщина! Там мужчина! Простите, молодая женщина нашлась! Ты нормально? Кажется, я его знаю! Она его знает, да! Сексуальный маньяк, да! Да, да! Пропали все наши вещи! Грузер! Простите, вещи нашлись! Пропали тарелки сардин! Грузер! Да. А сардины нашлись! Да ты что, ты звонишь в полицию, а я в таком виде! Что я хочу сказать? Я хочу сказать, забудем об этом деле. Гудбай, Джо. Я думал, с тобой что-нибудь ужасное случилось. Я его знаю, это наш... Сексуальный маньяк! Наш клиент! Как? Им занимается наше налоговое управление, боже мой! Надо же быть в форме, когда работаешь в таком управлении! Ну, накинь, накинь на себя! Да, у меня ничего нет! Сейчас мы подойдем, идем в ванную, вперед за мной! Возьми, да, захвати сардины! Это мои сардины! Я умоляю, вперед, хоть что-нибудь! Вперед. Ну, хоть что-нибудь! Сейчас же последовало моя вещь, страшно! Ну, что ты скажешь, я ему говорю! Когда это во время дела мне нужно было бежать по малой нужде? Где у них сортир? Где? Так, нет, в спальне, в спальне. Я боюсь. Я боюсь. Стой, посиди здесь, как мы сейчас что-нибудь придумаем. Я так и знал, не хватало еще засыпаться. Не рогай. Ну, помоги же мне, дорогая! На! Сюда! Что это? Боже мой! Он там, мужчина! Дорогой мой, я откапываю на чердаке такие прелестные старые вещицы! Я лишил вас одежды! Славя, где ты ходишь? Я тут с ума схожу! Посмотри, как он меня видит под ковёром! Всё! Славя, я просто пытался объяснить тебе! Нет! Управление налогов не имеет права конфисковывать вещи! И мои пальцы прилипли! Сейчас! Ещё! Ты же видишь, ищу! Я там сейчас посмотрю! Пару золотых кранов всегда пригодится. О, Господи, Боже ты мой! А вы какой? Я слесарем тут понемногу. Налогов? Опять налоги?
отходы, старый кран отвезти, новый прилип. Кругом фининспекторы. Боже мой. А еще один. Жестянки летают. Видите? Где ты, черт возьми? Мужчина, ремонтируем сантехнику, хозяин. Старое отвинти, новое привинти. Женщина это любит. Да. Где она? Что вы с ней сделали? Сделаем, хозяин. Все сделаем, одно закончим. Одни сексуальные маньяки. Боже! Вики! Вики! Полно людей! Вики, черт возьми! Надо отваливать. О, господи, не поймешь, что тут. Вики! Вики, черт возьми, где ты? Шейх! Это вы, шейх? Вы же обещали прийти к четырем. Вы осматриваете верхний этаж с женой. Да-да-да, у вас очаровательная жена. Я иду к вам, шейх, иду. Вот-вот-вот, он и его подружка. Сейчас я разобью. Шейх, извиняю вас. Эта женщина не имеет никакого отношения к этому дому. Никакого. Кто вы такой? Что вот это за чучело? А вот эта дама наоборот. Нет, голубчик, ничего не наоборот. Да. Теперь их сама. Она хочет поесть сардины с этим. Давайте начнем осматривать дом с первого этажа. Что это такое? Вот это что это такое? Это арабские сардины, тупые брата. Исчезают. А ну там у вас все плавает, хозяин. Это наш гость. Гость. Украли. Украли арабские. Арабское белье, моя постель. Моя постель. Боже мой. Боже. Это она. Моя девочка. Наша кроткая Вики, бежавшая из дома. Я думал, больше никогда тебя не увижу. Папа. Но что ты тут делаешь в таком виде? Она ворует сардин. Нет, я везла эти документы обо всех уклоняющихся от налогов. Нет. В нашу контору в этом стол. Ах ты, ворон. Где моя другая простыня? Где другая простыня? Райский уголок, я снимаю его. Дело в том, что мои брюки все еще спущены. Я не могу так быстро переодеться без костюмера. Ну, боже мой, попроси Тима, пусть поможет тебе одеть штаны. Тим! 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 Ах, черт, ты же играешь, я забыл. Ллойд, извини, я как упал, сразу заснул. Что-нибудь сделать? Да ничего, ничего, Тим, ты имел полное право вздремнуть, пока мы здесь все носимся со спущенными штанами. Ладно, ну, Фредди, попроси, извинись перед Поппи, пусть поможет тебе одеть брюки. Ну, извинись перед ней. Какие еще проблемы, Фредди? Ллойд, извини меня, ради бога, Ллойд. Я плохо соображаю насчет сюжета, Ллойд. Что ты хочешь? Я тупой, Ллойд. Можно еще один глупый вопрос? Ну давай! Я никак не могу понять, как это так, друг? Шейх оказывается двойником Филиппа. Вот, ну дай так. Так ты вошел! А мы думаем, а ты, а мы думаем, а думаем. Не обнимаю, Галя, не обнимаю. Фредди, рыбка моя, все, что будет дальше, зависит от этого, понимаешь? Я не понимаю, Белинда, Ллойд! Выходит, это всего-навсего совпадение. Да, Фредди, это всего-навсего совпадение. Ну, правда, если вспомнить, что существовал еще первый вариант пьесы, и там автор даже рассказывает, что отец Филиппа в молодости много путешествовал по Ближнему Востоку. Да? Это же интересно, Ллойд! Я знал, тебе понравится, да. Ллойд! А зритель-то поймет. А ты донеси. Взгляд, жест, в этом суть. Может быть, да. Спасибо, Ллойд. Поехали, Ллойд, дальше. Господи, господи, боже мой. Я здесь мучаюсь, стараюсь. Что останется от этого спектакля, когда зачем я еду в Лондон? Зачем? Ладно, поехали дальше. Где моя другая простыня? Базенстоун! Да, давайте.
Осталось, ну давай! Ну, я не понимаю. Дайте кто-нибудь ей реплику, пожалуйста. Я тебе говорю, но тебе, Вики, я скажу одну вещь, ты мне отвечаешь, что же это, папа? Но тебе, Вики, я должен сказать одну вещь. Лой, я не понимаю, почему шейх похож на Филиппа? А уже отлично. Поппи. Мы можем посмотреть по тексту, какая там реплика? Да, я думаю. Что же это, папа? Что же это, папа? Вот твоя реплика. Вы понимаете, что работала в лучших театрах Лондона? Конечно, там пьесы создают прямо на ходу, в сухарёвской будке. Там творят! Нам здесь не до этого, мы не можем. Автор нам дал продуманные, отшлифованные слова, и мы не можем. Когда осталось две реплики до конца, нужно хоть немножко отдохнуть, чтобы не свалиться замертво, мы не можем. Мы просто хотим услышать, что же это, папа? Неужели так много? Куда она пошла, там что, из ремарка она выходит? Ты чудовище! Она сказала, что ты чудовище. Выбросить свои контактные линзы. О, боже мой! По-моему, он переборщил. Не, ну я с нами следу, но тебя-то он чего? Это я, это все я виноват, потому что стало канализироваться. По-моему, все вышло довольно мило. Мило? Как он знает? Ну, милые бронятся, только тешатся. Что Ллойд и Брук? Ллойд и Брук? А вы не знали? А где, вы думаете, были они все выходные? Боже мой, так поэтому он не знал, что в воскресенье декорации поставили. Ну, конечно, конечно. Меня сейчас, кажется, вырвет. Съела что-то не то, и все, вот это нет. Она что, тоже, так сказать, немножко... Мы можем кончить эту идиотскую пьесу. Две реплики осталось до конца. Я реплик? Да ради бога. Ну, тебе, Вики, я должен сказать одну вещь. Что же это, папа? Когда все кругом бред и туман, нет ничего лучше тарелки добрых сардин. Я и занавес давай.
Кир! Дай занавес, Кир! Сортир уходит! Занавес, открой занавес! Стой, занавес, Кир! Ну, мы уже 100 раз уже начинали, ну тебе. Леди и джентльмены, через 5 минут мы начинаем первое действие спектакля по пьесе Робина Хаусмагена «Любовь и сардины». Повторяю, вызываются все начинающие первый акт. Дольте, осталось 5 минут. Ты думаешь, это объявление на нее подействует? Должна же она взять себя в руки. Ну поймешь, что через 5 минут ей нужно быть на сцене. О, боже. Ну, ты сам знаешь, что такое Дотти. Мы всего месяц на гастролях добрались только до Гула. А что будет, когда заберемся в самую глушь? Хоть бы она ответила. Ну, хоть бы она ответила. Слушай, а если она вообще не выйдет на сцену? Как это не выйдет? Ну, а вдруг? Нет, Тим, она выйдет, Тим. Ну, правда же, она выйдет, а? Нет, я уверен, что... Ну, а вдруг? Тогда у меня будет 5 минут, чтобы переодеться. Ты знаешь, я еще раз попробую, а? По крайней мере, о своих проблемах не думаешь. Тим! Тим, я быстро! Лой, ты... Я так и знал, что ты поверишь сегодня. Лой, приезжал меня нет, ты понял? Как скажешь, но слава тебе, что ты здесь. Это не я не приезжал. Да. Я не хочу, чтобы ты знал, что я здесь, Тим. Дотти и Гарри. Спрячь это где-нибудь спрячь. Дотти и Гарри, у них тут такой скандал, Лой, ты себе не представляешь. За углом магазин, вот магазин цветочный за углом. Пойди купи мне там шикарный букет цветов, ты понял меня? Только что Поппи не видела ничего. И вот теперь Дотти заперлась в гримерной и ни с кем не желает разговаривать. У нас первый начинается в 5 с чем-то. Да. Второй начинается в 7:30. Мне нужны эти 2 часа. Наедине с Брук, в ее комнате, чтобы нас никто не трогал, ты понял? А в 7:30 у меня обратный поезд на Лондон. Я прошу тебя сделать все. Да ты послушай, что я тебе говорю. Ну, может быть, этого спектакля сегодня вообще не будет. Она что, убегила за бастовку? Да никто не знает, заперлась и все. У нее с Гарри раньше доходило до точки. У Брук с Гарри? Боже, у Дотти и Гарри. Они так ступились на ту неделю, когда мы играли в воркшопе. Ее пригласил один журналист, а Гарри орал, что убьет. Да, да, ты звонил, что убили журналиста. Ладно, не волнуйся насчет Дотти, у него все деньги вложены в этот спектакль. Ну ты же не знаешь, сегодня опять в 2 часа ночи кто-то колотит мою дверь, открываю Гарри. Тим. Ты не знаешь, где Дотти, она не пришла сегодня домой. Слушай, давай я тебе кое-что расскажу про свою жизнь. Каждый вечер после 11 мне звонит герцог Бекингем и целый час жалуется, что герцог Глостер во время его монолога грызет леденцы. Кэтсби пропадает на телевидении, герцог Кларенс умотал на неделю, он снимается в рекламе.
вам нам ролики для модели. У Ричарда Третьего обострение радикулита. А тут мне звонит Брук и говорит, что она здесь самая несчастная, что у нее нервное истощение, что она возьмет бюллетень и пошлет все к черту. А я не могу искать другую актрису на роль Вики и водить ее в спектакль. У меня просто нет времени, ты понимаешь? И я вырвал всего полдня, пока Ричарду подбирает новый корсет. И я примчался сюда, чтобы за 2 часа вылечить Брук от нервного истощения без всяких лекарств. Не считая бутылки виски, виски у тебя. Букет от цветов, деньги на цветы у тебя. Еще одного инструмента, в котором я даже не особенно уверен. Так что я приехал не для того, чтобы заниматься вашими делами. Я хочу взять маленький тайм-аут и ваших проблем, по возможности, не касаться. Ой, я все понял. А как же быть сегодняшним спектаклем? Вы уже давали объявление в зрительный зал. Быстрее, быстрее. А, черт. Тим только что Поппи ничего не видела. Ты понял меня? Ой. Леди и джентльмены, займите, пожалуйста, ваши места. Мы поднимем занавес через 3 минуты. Похоже, мы сегодня не скоро начнем. Что, бестолку? Белинда пытается. Белинда пытается. Ой, объявление в зрительный зал. Деньги мне? Деньги? Нет, это мои. Мои деньги. Мои. Сюда. Виски! Где ты взял? Я? Да-то что? Ну, неужели он прямо здесь теперь прячет, а? Кто? Я спрячу под лестницу, там не найдет! Подожди, подожди! Ты разнаешь, что это за штучка. Теперь Фредди пошел. Вот! Сел сюда! Да! Сел! Он прячет! Спрячет прямо! Ну! Ты не очень-то долго бился, самой дорогой. Там Гарри выходил в таком жутком состоянии, я не совсем понял, что он хотел сказать. Но... У меня вообще очень часто, когда я с ним общаюсь, и... у меня такое ощущение, что я что-то пропустил. Я плохо соображаю в таких вещах, но по-моему, он сказал, что хочет меня убить. Это мой бедняжка. Я думал, пусть. Не буду с ним спорить, чтобы не усугублять. Он вообще, он Гарри, он как, он в себе? Гарри в себе? Ты что, ты не понимаешь, что происходит? Уж Гарри так не в себе, что дальше некуда. Ой. А имею в виду на сцену-то он выходит или нет? Гарри не выходит... Гарри не выходит на сцену? Да что это за разговор? Выходит или не выходит? Сейчас должны начинать. А что? Надо быть готовым ко всему. Значит так, если Гарри не выйдет, то ты выйдешь вместо Гарри. Я вместо... Ты выйдешь, Тим, вместо Гарри. А Поппи сможет выйти вместо... Нет, если Поппи выйдет вместо Дотти, то кто же останется здесь? Вот я. О, деньги. Я. Нам. Нет, это... Деньги. Мои деньги. Это Дотти странная женщина. Кто вверх, кто вниз? Вчера вечером она была абсолютно в норме. Вчера вечером? Да, после спектакля. Пригласила меня в какой-то клуб. Посидим, говорит, выпьем. А ты был с ней? Да. Она была с тобой? Она ко мне с большим уважением. Что? Она и в тебя собралась запустить свои когти. Я не допущу. Да ты великолепный человек. Вот, великолепный человек. Мы с ней даже потом пошли ко мне домой. Что? На чашку чая. Мы там с ней говорили до 3 часов ночи. До 3 ночи? Я даже не знаю, что подумала. Ты знаешь, я тоже не знаю, что я хочу. А где Селс, да? Знаешь, что во всем не надо? Фредди, ты во всем не надо. Что ты говоришь, Селс? Его нет. Боже, я пойду посмотрю. А мне что делать? Тебе ничего. Хорошо. Абсолютно. Ты уже все сделал, котик. Леди и джентльмены, займите, пожалуйста, ваши места. Мы поднимем занавес через 3 минуты. Ходи. Цветы мне? Как это мило с твоей стороны. Селсдон пропал, я пойду поищу в пивной. Подержи, пожалуйста. Извини, я подержу. А сейчас объявление. На, подержи. Ты знаешь, по-моему, Поппи уже объявила. Сколько она объявила? 2 минуты? Пора 1. Леди и джентльмены, займите, пожалуйста, ваши места. Мы поднимем занавес ровно через минуту. Я боюсь, она объявила 3 минуты. Боже, как 3 минуты? Это же я объявил 3 минуты. На, подержи. Леди и джентльмены, займите, пожалуйста, ваши места. Мы поднимем занавес через 2 минуты. Сюда. Спрячь, чтобы никто... Никто не найдет. Пивной тоже нет. А, комнате отдыха смотрела? Да.
Зеленая? Зеленая я смотрела. Я пойду посмотрю. Скорее, я прошу тебя, скорее. Я хорошо. Леди и джентльмены, займите, пожалуйста, ваши места. Мы поднимем занавес через 2 минуты. Ты уже объявил 2 минуты. Уже? Леди и джентльмены, займите, пожалуйста, ваши места. Мы поднимем занавес через 1 минуту. Ты можешь объяснить, что теперь будет? Что у вас здесь происходит? Будьте вы прокляты! Я не знала, что ты здесь. Я не здесь, я в Лондоне. Но я не могу сидеть там и слушать эти 2 минуты, 3 минуты, 2 минуты. Ой, мой, у нас такая жуткая драма внизу. У нас жуткая драма там в зале. Поппи, это пенсионеры. Мы поднимем занавес через 3 минуты, все бегут в туалет. Мы поднимем занавес через 2 минуты, все бегут обратно. Я не знаю, куда мы идем. Ой, мне необходимо поговорить с тобой. Брук выходит на сцену. Что выходит ли Брук? Боже мой, Брук, дорогая, но ты выходишь, не так ты. Брук, у тебя все в порядке? Все нормально, все окей, Брук, все в порядке. Ой, да? Еще бутылка. Что это, откуда у тебя? Я лежала на полу в зеленой комнате. Да, она так расслабляется. Я увидела ее за батареей. Поппи, она рассовала повсюду. Я ее спрячу, Лойд, я ее спрячу, он никогда не найдет. Спрячь ее в комнате у Брук, там он никогда не догадается. А что это такое? Ай, ты вот извини, вот. Это мне Тим подарил. Это говори. Тим подарил тебе? Да, Лоби, мне необходимо тебе кое-что сказать. Угу. Все, что можно, я сегодня уже услышал. Подожди, дорогой, как насчет Дотти? Дотти, это слышишь? Агари! Я считаю, что этому спектаклю уже никакой режиссер не поможет. Я пойду сяду в зале, возьму пакет эти рисок и буду отдыхать. Выкручивайтесь сами как можете. Лоль! Между прочим, была объявлена 1 минута, если вы помните. Да, дорогой, мы помним. Все. Боже мой, что с ней? Что с ней? Ну, ты же слышал, мой дорогой. Она так расслабляется. Все нормально, моя дорогая? Окей. Там все бегают, орут, невозможно расслабиться. Да не выходи ты на сцену, если не можешь. В конце концов, это только дневной спектакль. Поппи тебя заменит. Она никогда не откажется тебя заменить. Правда, Поппи? Я посмотрю, что делается внизу. Ну, попсик мой, Я что-то не то сказал, это да? Не то. Где Тим? Селдон, ну честно, слушайте, там такой базар Дим коромыслом. Внизу. Ну, дела. Он набросился на нее, как черт. Да, я знаю, кричит, да, когда ты на голову глаз положила. Барри, я да. Видел, как ты смотрела на Тедди. Тедди, кто такой Тедди? Он не понимает, какой Тедди. Фредди, а не Тедди. Я что? Тедди, Тедди, одно из двух. Они идут! Они идут! Боже мой! Седи ну или... невозможно расслабиться! Леди и джентльмены, займите, пожалуйста, ваши места! Мы начинаем! Тихо! Все по местам! Вот на место, они идут! Тихо, начинаем! Леди и джентльмены, займите, пожалуйста, ваши места! Я уже объявил! Когда ты успела? Я только что... Знаешь, это бедный Лоль. Бедный. Он там подавится своими рисками. Лоль, Лоль! Это он! Он хотел! Гарри, что он говорит? Он ничего не говорит. Все в порядке, нас очень разумно. Стоп, я застал тебя за этим, без конца кричал внизу. Я знаю, когда ты на кого глаз пала. Я видел, ты вцепилась в этого несчастного придурка Тедди или Недди. Появилась наконец. Ну давай, старуха, твой выход. Ну, у тебя все в порядке. Нет, все в порядке. Она в порядке. Тихо. Все готовы, все ревность, так? Начинай. А может быть, это был Фредди? Фредди или Эдди? И одно из двух. Рыбка моя, пойду. Доги, послушай меня, Гарри! Я не буду говорить длинную речь, но мы все должны идти туда и играть в спектакль. Дорогие мои, дорогие, дорогие мои, и мы не можем это делать молча. Мы обязаны разговаривать друг с другом, Доги, дорогая моя. Как-то бы зал.
нормально для дневного спектакля. А дочь, дорогая, вот это сила духа. Твоя дочь! Девочка понимает эту штуку, а то некоторым пенсионерам осталось очень мало дома. Тишина на сцене. Погоди! Погоди! В зале гаснет. Девочка, одно слово! Мне я скажу! Сади! Ну что теперь, черт Божий, что? Вот мы уже поднимаем зал, и все в порядке. Мы там сидим целый час, все затихли, не думают, здесь кто-то умер. Может, это я, Ллойд, я просто сказал себе несколько слов. Понимаешь? Да не думал, что это пересадки мозгов. Понял, Ллойд, не тот момент, я понял. У кого-нибудь есть еще мысли, которые нужно поделить именно в этот момент? Да! Что? Я не вижу побои. Иди сюда, пустой. Я слушаю тебя, Ллойд. Цветов для меня? Да. Нет, так вот возьми 5 футов из своих денег и купи цветы для меня. О, дал цветы Поппи. Вам на двоих хватит куриных мозгов, Фредди, каждому по половине. Чем раскричался? Чем раскричался? Этот паровоз. Действие первое. Живет, сейчас не живет, потому как он в Испании. Все в Испании, здесь никого. Нет, я не в Испании. Я задумался. Ну, только я сегодня ухожу, у меня выходной. Почему не ушла? Отдохнуть хочу, рыбки поесть, потом у них телевизор цветной. А сегодня вы насчет дома были, этим звоните, кто сдает. Сквайр, сквайр, как мы? Я сейчас посмотрю. Не, ну, а там всегда. Захочешь отдохнуть, все сразу. Сквайрся тебе на бок. Никого! Никого! Только поедем! И сегодня у нее выходной. Наш дом, дом, наш полном распоряжении. Сейчас проверим на всякий случай еще раз. Эй, эй, есть тут кто-нибудь? Никого. Потрясающе, это все твое? Тебе нравится? Великолепно, а все эти двери? А, это еще не все. Комната экономки, кабинет. Это вот здесь. Мальчик. Это вот здесь. Да. Простите, мне казалось, что здесь никого нет. Никого нет? Я думаю... Ай, думаю, кто вы такой? Я таки. Сквайр, сквайр, Хеккендар. И со мной клиент. Он будет снимать, да. Вот она хочет снять дом. Привет. Привет. Только теперь я потеряла на всех. Боже мой. Да. Ты понимаешь, она вот и семье не смогла. Великолепно, идем тогда наверх, а то мне к 4 нужно в нашу контору в Эдлстоуне. А, тогда просто по бокальчику шампанского. Пойдет с тобой, не забудь мои документы. Нет, ты пойми. Ага.
Она в этой семье уже несколько поколений. Несколько поколений в этой семье, понимаешь? Крайне беда. Здесь великолепный вид из туалета, если вы посмотрите. Это, конечно, не мое дело, только я бы просто сказала. Бери все. Тебе здесь очень даже понравится. Хочет, ну? Ну, конечно. И нам будет одна радость, сардин. Сардин на пустой желудок. Не очень-то. Ну, видишь, она нормальная, она нам даже хочет сардина, потрясающая бабка. Да, потрясающая. Ну, куда мы идем? Так, вот это дерево, это дерево, сюда, сюда. Тут опять ванна. Почему ты все время меня запихиваешь в ванную? Убью! Сюда, наверх, наверх, вот. Черные простыни! А черт! Это же шкаф! Это же... Я просто представить себе не могу. Тебе нравится? Представить не могу. В собственном доме. Здесь нас никто не найдет. Смешно, конечно, что мы должны так прятаться. Интересно, постелила ли мне схлакет постели? Ох, ты моя дорогая. А почему нет? Детей нет. Никто из друзей не появится. Мы абсолютно одни. Я же думала, вы в Испании. Мы в Испании, нас здесь нет. Управление налогов, да. Я все поняла, вас нет? Нет. Я знать ничего не знаю. Вы в постель, что ли? Да. Ну и правильно. Чего тянуть, когда со всех сторон допекают? Раз и в постель. Эти вещи не нужны. Не спали. Я забыла приготовить постель. Горелку возлить. Мистер Брэл, все письма я вам положила в кабинет. Боже мой, какие письма? Все письма. Вы же мне все должны были отправить в Испанию. Да, ну так, голубчик, но... А про налоги зачем я буду писать и портить вам вот? Налоги? Да, да, да. Боже мой, где они? Зачем? Ты сейчас... Немедленно дайте мне налоги. Я слышал голоса! Голоса! Да. Какие голоса? Где? Голоса отдельные! Но тут никого нет! Боже мой! Митю Клакин открыл вам сардин! Нет, я сам! Я сам! Ты не можешь так он видеть! Ну почему? Митю Клакин! А, что такое? Сардин! Там сардин! Чёрт их побери! Вы еще тут не уехали? Осматривай, миссис Клакер. Шкаф, что ли? Да, маленькая инвентаризация. Скажите, миссис Клакер, а что, еще кто-то есть в этом доме? Вот, и что, никого здесь нет? Странно, но мне послышались голоса. Голоса? Да. Здесь нет никаких голосов. Боже мой! Что вы сказали? Да, говорю. Дверь в кабинет оставила закрытой. Так, ясно, ясно. Выход! Боже мой, чья же? Машина! Чья же это машина? Да. Мистера Хакима или мистера Хакима? Боже мой! Боже мой! Хорошо, что вы мне напомнили.
Один уже приходил насчет дома. Не говорите мне ничего, меня здесь нет. Она говорит, одна дама очень заинтересована. Пусть этим занимается Сквайр. Сквайр, я разрешил. Пусть смотрит по всему дому. Пусть делают, что хотят, только не говорите. Есть у меня голова на плечах. Бери. Я забыл, какой сегодня день. А, этого не получилось. Меня здесь нет, я вас знаю. Мой выход! Мой выход! Я не скрывал. Надо заклеить! Надо заклеить! Заклеить! Надо! Надо! У меня когда-нибудь был такой костюм. Боже мой! Дорогой! Дорогой! У меня когда-нибудь был такой букет цветов! Нет, так такого еще не было. Я бы в жизни не купила себе ничего подобного. Это не ты мне подарил. Я бы к такому и не притронулся. Нет, он симпатичный. Уберите его, положи на место. Никогда этого раньше не видел. Нет. Они не слишком дорогие, чтобы их носить, что случилось. Боже мой, выход, чей выход? Кто выходит? Керен. Ну кто опоздал? Скорее. Я опоздал. Боже мой! Боже мой, же чья же это реплика? Боже мой! Чья же это машина? Мистер Хаком или мистер Та? Это же моя машина. Боже мой! Кто? Чу! Дверь в кабинет опять открытая стоит. Смотри, как? Стучат. Посмотри. Там наверху стучат. Смотри. Там наверху стучат. Пески. Наверху-то стучат. Стучат наверху-то. Боже, стучат. Где Брук? Боже, действительно стучат. А что ты делаешь в шкафу? Вот, дорогая! Где вот это вот? Сейчас мы убей. Дорогая, почему ты заперлась? Конечно я! Заснул у меня штаб, тебе надо с черными простынями. Я тебя заснул. А что меня заберет? Ну хорошо. Мы не можем же стоять в таком виде. В таком виде? Где-то билет! Пожалуйста, я вас сниму! И здесь! В спальне! Она в спальне! Дорогая! Боже мой! Белье! Ты где? Миссис Клакет, и она нам все, расскажет. Все, что я сейчас говорю. Боже мой! Боже мой! Дорогая! Давай, посиди здесь, капитан. Роджер! Там кто-то есть! Роджер! Дорогая, я понимаю, что очень глупо, конечно. Я не могу, ведь я тут приклеился. Подушку тебе не дам. Нет, я понимаю, когда люди припают к проблеме, но это же просто черт знает. Просил тебя. Тише! Черт знает, что такое!
ни сирены от ворот, никого. Нет, на них надо просто подать в суд за подстрекательство. Просто хочется сесть и рыдать. Как вспомнишь, что бывало, брали банки. Ручку! Склады золотых слитков. И чем я занимаюсь теперь? Я знаю, они все в Испании. Старая корга с кухни сама сказала бы. А ее тоже дома нет. Я сам видел, как она выскочила сейчас у пальника через парадную дверь. Где у них парадная дверь? Посмотрим. Ауа! Ауи-уэл! Текст, текст! Ауа! Ну, ты прямо познакомиться, не хрипли, Сергей.
Полиция! Полиция! Кто-то влез в мой дом. Да? Кто-то влез в чей-то дом. Я. Сексуальный маньяк. Да. Пропала, говорю, молодая женщина. Пропала молодая женщина. Я говорю, женщина пропала. Алло. Мужчина. Простите, молодая женщина нашлась. Скажите, я его знаю. Это наш клиент, это занимается наше управление налогом. Боже мой, должен быть в форме, когда работаешь в таком управлении. Накинь на себя. Что, у меня ничего нет? Идем сюда. Что ты? Внимание. Линца! Твой выход, солдат. Линца, помоги! Ладно! Ну что ты скажешь? Я ему говорю. Когда этого привидела мне нужно было бежать по малой нужде? Где у них сердце? Свиной. Сейчас! Куда поля? Быстрый! Ну помоги же мне! Давай быстро, глубже! Я на узкой узкой! Когда ты могла выскакивать? Линза! Мужчина! Боже мой, его жена! Подожди! А я туда сюда, туда сюда! Давай! Ты должен слышать это, Лой!
Надрывайся! Разорваться мне, что ли? Сардины с пола трубку брать. У меня только одна нога. Алло. Да, мистер Брандт. Правильно, который пишет пьесы. Только зачем он их пишет, один бог знает. Это все равно, что в клетке у льва в зоопарке сидеть. Да, все в Испании. Все в Испании, она тоже. В какой тебе Испании? Встаю, как человек, с тарелкой сардина на мне прямо по чашечке. Да, сардины по всему полу. Есть и сардины с одной коленкой. Не говорите, что они пропали. Да, милок, вот такие дела. 3 месяца не играли, она легается, как кобыла. Да. Я не то говорю. А если хотите, да, вот насчет дома, по продаже домов. Так, ну все, я вляпалась. Алло. Это я говорю, вляпалась, милок. Теперь все тут вляпаются. От греха подальше. А то ведь и не заметит. Алло, со сцены, наконец, я ухожу. Никого! Никого! Только моя экономка, и сегодня у нее выходной. Дом в нашем полном распоряжении. Сейчас проверю на всякий случай еще раз. Эй, есть тут кто-нибудь? О, никого. О. Тебе нравится? Потрясающе, это все твое? А, ерунда. Маленький сарайчик в лесу. Старая мельница, 16 век. Но ведь это же денежище. Надо же иметь местечко, чтобы провести время с деловыми людьми. О, уже кто-то на телефоне висит. Это, наверное, арабский шейх. Да, но ведь он должен был прийти к 4. Сейчас я с ним поговорю. А я должна отвезти эти документы в нашу контору в Азенстоуне к 4. Так тогда не будем терять время и тянуть шампанское, то есть это... А все эти двери? А, это еще не все. Комната экономки, кабинет. А это отдельная комната для трубки. А где тут это? Что? Ну это. А это вот здесь, вот здесь. Королевские бега. Что ж ты делаешь? О. Одной мне нужны эти сардины, тебе придется полку. Боже мой. Ты уж извини. Ну что? Телевизор-то нам зачем, правда? Телек, какой телек? Она ж забыла сказать про телевизор. Посмотри, что делает. Боже. Если сейчас кто-то смотрит на все это, он думает, о боже! Отлично! Идем тогда наверх, а то мне нужно к 4 нашу контору в Азенстоуне. Подожди, мы где? Мы откуда вышли-то? Что? Что, что? Ага. А. Про нее! А, да, про нее, понимаешь? Она в этой семье уже несколько поколений. О! Да, вы знаете, там как на поле боя. О! Смотрите, вот сюда ставлю. Ага, пусть. Здесь он ее ни за что не найдет. Сортиру.
придется заниматься сардинами. Мне пора открывать другую коробочку. Ну, видишь, она нормально. Она нам даже хочет сардины. Потрясающая бабка. Да-да, она очень потрясающая. Ну, а что ты хочешь делать? О, куда мы идем? Вот это вот собери, куда-нибудь убери вот это. Наверх, что ли? Я вещи должен взять, убери вот это. В эту дверь, что ли? Забери вещи, я это уберу. Куда пошла? Сумку возьми. Ванная. Сумку возьми и коробку. Почему ты все время меня напихиваешь в ванную? Сумку, коробку возьми. Черная просто. Сумку, коробку возьми. Возьми мои документы. Боже мой, коробку возьми, сумку. Боже мой. Ну ты возбудился. Ты даже не можешь дверь открыть. Да подожди, я не дошел. Я ушла.
Все, мистер Грант. Куда? За мной в кабинет. Не надо. Боже мой. Я, кажется, слышал голоса. Какие глаза где? Голоса. Сумка. Голоса сумок. Точно так. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Я не понимаю, зачем нужно одеваться, чтобы посмотреть. Но сумка-то должна там стоять. Миссис Клакет. А? Миссис Клакет. А, да. Ходят тут всякие. Нанесли всего. Миссис Клакет открыла нам сардины. Да, я сам. Ты не можешь в таком виде. Ну почему? Миссис Клакет. Миссис Клакет. Она уже не знает. Ну что, еще тут болтаетесь? А? Ручка оторвалась. Ничего не мог, я плохо вижу из-за ноги. Миссис Клакет! Да? Скажите, еще кто-то есть в этом доме? Никого нет. Еще... Никого нет? Но мне послышались... Я сумку нашел. Голоса! Здесь нет никаких голосов. А, конечно, значит, это мне показалось. О, боже мой! Простите, вы что-то сказали? Да. Я говорю, боже мой, она растянулась на лестнице. А я сейчас как уйду и все. Всего хорошего. Да. Заходите. Если вот это кто-то потребует, это будет там под дендрарием. Заходите. Всего хорошего. Зоофермерши. Ходили. Эй,
ручки, ручки нет, ручки нет. Ручки нет, дорогая, ты меня слышишь? Выбирайся как-нибудь сама, дорогая. Эй, дорогая, давай отсюда, вот, давай отсюда. Почему ты заперлась? Потому что ты меня запер. Тихо, тихо, я не туда тебя затолкал. Да, ну что ты, ну мы не можем стоять в таком виде. Пожалуйста, я его сниму. Да, ну что, не здесь. Спальня, спальня. Последнее уведомление. Будут приняты меры. Судебное разбирательство. Боже мой! Стрелка! Стрелка! Я ее туда не клал! Еще раз извините. Эту аптечку. Я тоже. Боже мой! Боже мой! Кто-то ходит и наполняет аптечки горячего. Уж не хочешь ли ты сказать, что в этом доме привидение? Ой, дорогой мой, мы ложимся, мы ложимся, мы ложимся или нет? Что ты сказала? Я... Ничего. Боже мой, грелки, машины, голоса. У меня просто мурашки по телу. Накинь на себя что-нибудь. Пойдем накроемся с головой. В спальню идем, в спальню. Вот он. Постой! Я же забыл сардин. Об этих домах всегда рассказывают ужасные истории. Нет, здесь все нормально. Боже! Что? Боже! Сардины! Они пропали. Они не пропали. Сардины! Сардины! А? Сумка, 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 сумка! Какая сумка, сардины? Нет, как же нет, больше сумка? Твоей сумки не было, а потом появилась! А! Она же была в спальне, сейчас ее туда отнесу! Не ходи! Коробка! И сумка все нашла. А мои документы? Боже мой, спокойно, без паники. Так, иди сюда. Я туда не пойду. А, хорошо, хорошо, сейчас я принесу тебе твою платье. О, Роджер! 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 Боже! Боже! Платье тоже исчезло. Боже мой! Роджер! Боже, спокойно, без там паники. Там кто-то есть! Спокойно, без Роджер! Паники. Без паники, спокойно. Миссис Клакет, и она все расскажет. Как бы не так, она уже сама не знает, где чего. Значит, так. Сейчас я вам все объясню. Ну, мы, конечно, очень удивлены. Еще бы, найти человека, который лежит под лестницей. Сортир! А, и теперь, когда мы все встретились, нам надо представиться друг другу. Да. Алло. Вот это мой муж. Мой муж. Так что... Тогда я просто сяду и вкрою. Не любят никаких сюрпризов. Так что, почему бы тебе не пойти в туалет и взять бутылочку, на которой написано «Я»? Да. Да, ой, он проезд на сквозь что. Давай. Дорогой мой муж. Дай сюда, да. Ну, быстренько. Да. Я понимаю, когда люди влипают в проблемы. Ну, это же просто молодец. Черт знает, что такое. Молодец.
присоединяйся. Просто хочется сесть и зарычать. Да, нам тоже, да. Что делать, что делать? Я в жизни не видела живого грабителя. Это я виноват, это я виноват. Вы знаете, мы можем порасспросить его о его работе. Как вы работаете, сэр? Это потому, что я сказал, люди влипают в проблемы. И открыл эту дверь, и сразу вот... И теперь решета! Ни сиреневых парков! Никого! Нет! На них надо просто подать в суд за подстрекателя. Просто хочется сесть и зарыдать. Так, все, милок, у нас тут как на похоронах. Да, вспомнишь, бывало, брал банки. Молодец, давай дальше, правильно, дальше. Да, вспомнишь, золотые сны. Хорошо, давайте дальше, дальше, давайте, дальше, давайте, давайте. Что? Я думал, все нормально. Смотри, он открывает дверь у вас. Ну ничего, сейчас мы закрыли уже дверь. Они что, будут грабить нас вдвоем? Предлагают, чтобы они ушли и пришли попозже? Нет, честно, я слушал очень внимательно, и когда он сказал, как ты там, говори. Я слышал, что люди влипают в проблемы, но я черт знаю, что так. Вот, и он открыл дверь, и сразу... Ни тебе решеток, ни зеленых дворов, никого! На них нужно просто подать в суд за подстрекательство. Как вспомнишь, бывало, брал банки славных золотых свитков. Ой, подождите, подождите. Подождите. Мы же знаем этого человека. Да. Он не вор. Он наш спаситель. Кто? Этот удивительный человек, да, который пришел сказать, что же он делает. Я только что с поезда, я не знаю, куда мы идем, откуда, где мы... Думаете, мы знаем, мы ничего не знаем. Он теперь грабитель, а меня уволили. Он работает, да. Все, понял, быстренько, сорти называйте, сорти. Есть. Не могу извещения, быстро. Есть. Вы что, уже все перезнакомы? Да, что дальше? Телефон! Телефон, слышишь? Вот он! Я забыл! Нашел за телефон! Аппарат! Ваш! Аппарат! Вот! Алло, нашелся телефон! Алло! Кто там? Это полиция! Скажи им, что у нас не хватает только молодой женщины. Это ж моя реплика! Пропала молодая женщина! Вон там мужчина! Я понял! Поднайте! Если вы так настаиваете...
Евгений Владимирович, Людмила Борисовна, Оля, Марина, Борис Иванович, Юля, Сережа.